Триллеров со времен Хичкока вышло несметное количество. Жанр бездонный и менялся на потребу зрителя сколько угодно раз. А вот мастеров саспенса в кино появилось не так уж и много. Картина режиссера Винченцо Натали «Куб», вышедшая в 1997 году, открыла ящик Пандоры, на дне которого лежала пила Джеймса Вана. По миру разлетелись довольно средние фильмы, созданные по новым лекалам. Герои в замкнутом пространстве, неведомые таинственной злой Демиург, отчет таймера, интеллектуальное напряжение и нравственные сломы. Этот нехитрый рецепт решили использовать и создатели фильма «Клаустрофобы», или как он называется в оригинале, «Escape Room». Хотите все контролировать? Но жизнь не научный эксперимент. Управлять в ней всем невозможно. Попробуйте на каникулах сделать то, что вас пугает, ладно? Да. Абсолютно архетипичные герои получают головоломки, скрывающие приглашение на квест. Организаторы куда серьезнее, к слову, чем в одноименном фильме Питера Дьюкса. Одно название компании, чего стоит, минус. Любопытство и жажда наживы за победу обещанной награды заводят их в лабиринт Минотавра. Иллюзия. Становится теплее. Простите, мы хотим получить подсказку. А это уже не смешно. Стало намного жарче. Как отсюда выбраться? 451 градус по Фаренгейту. Сюда! Вот это детализация. Что ты несешь? Это было реально! Иммерсивность квеста от компании Minas столь высока, что правильным является слово «реальность». Главный вопрос – кто и зачем погрузил этих людей в подобного рода условия? Но еще интересней – почему именно этих людей? Что связывает героев, фильм расскажет, а это будет указателем к мотивации организаторов. Однако таинственный Minas всех своих секретов так и не раскроет. Они следят, им известен каждый наш шаг. Они знали про нас все. Я лежала в этой больнице. Я тоже. Все создано специально для нас. А раньше у вас бывали видения? Но мне это не привиделось. Выживание – это выбор. Я хочу уйти! Выпустите меня! Вот почему выбрали нас. Будет ли в команде TC? По правилам хорошего тона, кого-то да в живых оставить надо. Возможно, вы и сами быстро догадаетесь, кто станет счастливчиком в квадрате или даже в кубе. Концовка фильма дает истории столь сильный новый вдох, что без второй части уже не обойтись. И вот в ней-то кукловоды должны себя показать. Клаустрофобы могут стать затравкой для чего-то большого. Надо лишь добавить шизинки и детализации сюжетов. И раз уж у нас тут за кадром осталась таинственная организация со странными, не совсем ясными целями, то уместно будет задать вопрос: а где Джессика Хайд? Чтобы получить билеты в кино, надо ответить не на этот вопрос, чуть проще. Кто написал заглавную музыкальную тему сериала, кадры которого вы сейчас увидите? Where is Jessica Hyde? Hello. I'm Jessica Hyde. С вами был Алекс Сильвер. Увидимся в кино.